Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире «Нить Ариадны» – программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда сможете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Для тех, кто не сможет дозвониться во время эфира, телефон нашей редакции 727 12 92. И кроме этого, нам можно всегда написать на наш электронный или почтовый адрес, а также можно смотреть нашу программу еще и в интернете на сайте sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, казалось бы, о чем могут рассказать детские рисунки? Ну, оказывается, о многом, потому что рисунок – это отражение восприятия мира малыша. По рисунку можно узнать о настроении и душевном состоянии ребенка. Психология рисунка помогает определить, как ваш ребенок относится к членам своей семьи. Но прежде всего, как утверждают специалисты, рисунок очень полезен для всестороннего развития детей, потому что рисунок формирует личность человека и его будущее отношение с жизнью. О том, как это происходит, мы и поговорим сегодня. У нас в студии кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Московского государственного университета культуры и искусств, специалист в области психокоррекции и креативного развития личности Ольга Захарова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Татьяна. Мы сегодня с вами в прямом эфире, и наши телезрители будут нам сегодня звонить, потому что, мне кажется, тема вот в деле воспитания детей очень-очень важна. И сегодня мы поговорим о вашем авторском методе, да, я правильно понимаю? Да, вы являетесь автором вот этого метода, который позволяет детям развиваться творчески, искоренять какие-то недостатки, которые, может быть, уже были заложены в характере ребенка, и сделать будущее наших маленьких детей счастливым и успешным. Что это за метод? Вот сначала несколько слов, а потом мы уже конкретно, подробно поговорим о нем, о том, как он работает. Да, основа этого метода – это развитие креативности. Иногда творческого отношения. Да. Очень важно для себя определиться, креативность и творчество – это синонимы или нет. Вот психологи считают, что в развитии креативности заложен больше личностный компонент. Творчество – это как создание, субъективность или объективно нового. Это как продукт. Конечно, творчество имеет свои стадии. Это то, что лично а креативность – это личностная наполняемость. Вот нас, это вот тот потенциал. Это то, что личностно ребенок и взрослый человек, как он может проявиться. Так вот, методика, которая разработана мной, авторская методика, она опробированная, научно обоснована. Она является собой развитие креативности человека и в первую очередь через снятие стереотипов. Потому что одно из мнений, и оно научно также обосновано и зарубежными специалистами, и специалистами нашими, отечественными, российскими, говорит о том, что стереотипы мешают развитию человека. И тогда пришла идея о том, что какую же можно, на каком же методе основываясь, можно преодолеть эти стереотипы. И тогда я выбираю самую простую, доступный вид деятельности для любого человека, и в том числе для ребенка, это изобразительная деятельность. Я изучаю этот вопрос, и оказывается, что в процессе развития изобразительной деятельности ребенок накапливает огромное количество стереотипов. И то, как ребенок научится рисовать до 8-летнего возраста, пойдет с ним по жизни. Да что? То есть настолько это серьезно? Это очень серьезно. Это самый стереотипный вид деятельности. То есть изобразительное искусство, изобразительное искусство – это самый стереотипный. Вот художники, когда я общалась с ними, вот уже в исследовательской работе, они говорили о том, что на самом деле самое сложное – это преодолеть стереотипы изображения, которые уже наработаны ими. И вот для того, чтобы преодолеть эти стереотипы, была разработана методика. То есть мы возвращаемся с детьми и со взрослыми людьми на стадию изображения коляк. И вот с первого момента... Каракули, да, такие детские. Дело в том, что все дети мира и все люди мира начинают свое изображение с каляк-маляк. И начиная все это по этапам, и дойдя до уже реального изображения предметов, мы проходим все эти этапы, так называемый антогенез изобразительной деятельности. А мы его повторяем, поэтому методика называется замещающий антогенез. То есть все, все этапы... То есть все, скажем так, вся изобразительная деятельность мира, всех людей, да, и всех времен, всех национальностей,
национальностей всех времен и народов абсолютно проходят верно. По одному и тому же пути. Более того. Будь это художник от Бога, да, или будь это простой абсолютно человек. Леонардо да Винчи тоже начинал с каракулей. А вот наскальная живопись древняя. Да, вот тут вот очень интересный самое. Момент, да, потому что существует понятие онтогенез и филогенез. Филогенез – это то, как развивалось в человеческой популяции, в истории человека. Mm-hmm. Вот первобытно-общинного строя, вот от этих наскальных живописи mm-hmm. до уже современного искусства. Mm-hmm. И вот что интересно, оказывается, ребенок полностью повторяет все этапы вот этого филогенеза. То есть древнего развития человека. Да, первичное, да? Вот смотрите, например, mm-hmm. первичное изображение. Ребенок рисует замкнутый контур. Это так, как рисовали первично вот, настенная живопись, наскальная живопись. Mm-hmm. Потом, например, есть этап такой, когда, например, в Египте в профиле вот, нарисованное лицо и два mm-hmm. глаза на этой стороне. Mm-hmm. И у детей у наших мы тоже встречаем эти этапы. Или, например, mm-hmm. в древности военачальника рисовали больше по размеру или на каком-то пригорочке. Значимое все были да, точно больше, такие крупнее. Же, только меньше в размер. И в иконописи детей... потом же это тоже стало да, использоваться. Да, 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 да. И угу. все эти этапы угу. ребенок повторяет, все дети мира повторяют. А почему? Как это происходит, Оля? Это что? Я думаю, что это генетическая, да, это генетическая память, это коллективное бессознательное. Угу. И вот если ребенка останавливать в изобразительной деятельности, то я бы, ну, может быть, не стоит так замахиваться, но угу. я бы сказала, что поосторожнее с коллективным бессознательным. Мы не можем угу. прерывать этот процесс. Это слишком значимо, хотя выглядит очень просто и, ну, даже, можно сказать, примитивно. Ну, действительно, если мы возьмем детские рисунки и вот нашу наскальную древнюю живопись, да. то, ну, практически ничем не отличается, да? Да. Или если мы возьмем наскальную живопись и живопись современных художников, то она тоже мало чем отличается. Возникает вопрос, что да. прошло человечество, да, какой путь? А потому что развитие идет по спирали. Угу. И мы всегда повторим один и тот же путь, угу. но на новом уровне. И поэтому mm-hmm. вот эта цикличность, вот это спиральное развитие, оно будет повторяться. И новые виды живописи, они вернутся, возьмут все лучшее из предыдущего, mm-hmm. перейдут на новый этап. Получается, что в истории мировой живописи, да, заключена какая-то наша, я не знаю, молекула ДНК, что ли, человека? Да, да. Да, да, да. Это общий тренд развития, это общий путь развития. Угу. Не только одного человека конкретно, тогда это онтогенез, угу. но и всего человечества в целом, это филогенез. Поэтому это настолько важно. Это очень важно. Воспитание и развитие человека. Да. Да? И... Ну, а что это дает, Ольга, конкретно? Вот какие? Если мы развиваем изобразительную деятельность человека, то... это, как бы, это такая деятельность, которая, ну, например, предшествует письму. Угу. Потому что не научится ребенок писать, если он не прошел этап каляк и рисования. Потому угу. что письмо – это символы. А чтобы дойти до символов, нужно пройти все эти этапы. И психологи отмечают, что дети, которые плохо рисуют, они обычно плохо учатся в школе. Угу. И это даже тестирование такое специальное есть в психологии, когда по рисунку можно определить уровень развития ребенка. И развивая, вот, развивая живопись, развивая рисунок, существуют целые виды коррекций по угу. коррекции умственных способностей детей. Это угу. очень важный момент. С этой точки зрения, да, что такое рисунок вообще в жизни человека? Рисунок – это отображение. Безусловно, это отображение. Возможно, на некоторых этапах схематичное, на некоторых более абстрактное изображение. Но люди рисуют то, что они видят. То есть это экран нашего подсознания, может быть, да? Это может быть, вы абсолютно правильно, да, если глубоко смотреть. Это может быть фиксация и внешнего мира, но из этого внешнего мира ребенок... сфокусируют только то, что в его подсознании является наиболее значимым. Mm-hmm. Вот вначале вы говорили о том, что мы можем даже проследить, ну, предположим, ситуацию в семье, анализируя рисунок семьи. Mm-hmm. И мы можем, например, увидеть, что ребенок рисует семью, но одного члена семьи нет. И когда спрашивают, а где же там yeah. брат, mm-hmm. ребенок говорит, а он пошел играть в футбол. То есть он его пытается вытолкнуть из семейного круга, потому что есть конкуренция. Mm-hmm. И психологи это определяют. Они определяют по цвету. Они определяют по расположению фигур. Если семья дружная, то все члены семьи будут обращены друг к другу, будут держаться за руки. Uh-huh. Если семья имеет проблемы в межличностном общении, каждый член семьи будет нарисован в своей комнате. Uh-huh. Ну, существует вот... Да, то есть, ну, психология рисунка, да, есть такая даже тема, где вот владея этими методами, можно узнать, что там творится в голове. Можно и скорректировать. Можно и скорректировать, конечно. Потому что мы можем предложить ребенку нарисовать идеальный вид семьи. И рисуя ее, проговаривая с ним, проводя коррекционную работу, ребенок перестроит свое сознание.
И, безусловно, работая с родителями, мы можем показать родителям, вот ваша проблема. Вот так она выглядит, не со слов психолога, а глазами ребенка. Ну, сегодня вы на основании своего метода как бы расскажете, да, вот как можно что-то скорректировать, какие вещи, и что в результате как бы вашей коррекции происходит с ребенком. Но перед этим вопрос, Оль, скажем, такой вопрос. А вот многие родители скажут, что, а что я сделаю, если мой ребенок, ну, не любит рисовать? У нас же есть вот предрасположенность, да, вот с детства у каждого. Кто-то любит больше танцевать, кто-то вот рисовать, кто-то петь, кто-то играть. Понимаю. Вот что делать в этом случае? Здесь два варианта может быть. Может быть, возникла стрессовая ситуация, и ребенка критиковали в этот момент. Или не дали ему рисовать, когда на это было желание. Это одна ситуация. Вторая ситуация – несформированный вид деятельности. И тогда, не показали, да? Да, не только не показали, но и не дали среды. Они говорят, мой ребенок не любит рисовать. Но есть ли у ребенка фломастеры, краски и достаточно ли бумаги? Да, насколько он? Насколько этот вид деятельности интересен? И что важно, ребенка нельзя подгонять в этом виде деятельности и заставлять его рисовать, потому что может быть обратный эффект. Но чтобы в доме всегда была бумага, краски и карандаши, потому что ребенок, он познает мир, и он обязательно дотронется до красок. Это все равно, что познавать окружающий мир, как устроена эта вещь или это, и он начнет пробовать, он начнет манипулировать этой вещью, и она его увлечет. Но если нет среды, то, безусловно, это уже сложно. Да. Замечательно. Давайте мы начнем говорить вот о вашем методе. И я напоминаю нашим телезрителям, что мы сегодня находимся с вами в прямом эфире. И, дорогие друзья, мы ждем ваших звонков и вопросов. Итак, Оля, что представляет собой ваш метод? Как он корректирует какие-то проблемы в жизни ребенка? Что вы делаете с детьми? Что мы делаем с детьми? Это интересно. Да. Скорее, дети начинают творить. Мы предлагаем... Да, во-первых, этот метод возможен занятия с детьми, возможно, с 5-летнего возраста, 4-5-летнего возраста. Во-первых, к этому возрасту уже накоплен некоторый опыт. То есть во-вторых, 4-5 лет это нормально? Да, раньше не стоит. Почему? Потому что произвольность, это как целенаправленность деятельности, она еще недостаточно сформирована, и ребенок не сможет так глубоко войти в этот процесс. Он будет отвлекаться, и он будет быстро терять интерес. Но вот в 4, лучше в 5 лет, и там дальше до бесконечности, и со взрослыми тоже, и тренинги уже разработанные для взрослых людей имеют свои потрясающие результаты. Да, я тоже хотела спросить по поводу взрослых. Да, они имеют потрясающие результаты, уже прописаны, и об этом есть уже отзывы. Мы предлагаем ребенку рисовать. И предлагаем некоторые упражнения. Например, нарисовать нечто одной рукой, нарисовать нечто другой рукой. Пусть это будут каляки, пусть это будут какие-то линии. Мы предлагаем нарисовать большее количество линий, которые может придумать ребенок. И обычно дети такие, ну, как бы стандартного плана, они пытаются нарисовать прямую, волнистую, ну, может быть, еще какую-нибудь там зигзаг линии. А мы говорим, а еще какие бывают? И через какой-то момент и одобряем его новому поиску, ребенок начинает рисовать такие разнообразные линии, что приходит к этапу непосредственно вот этих вот коллег. Ну, Оля, извините, вас перебью. Да. Обычно родители, знаете, они так ревностно относятся к творчеству своих детей, и родителям хочется, чтобы ребенок красиво рисовал, чистенько, аккуратненько. Да? И всегда говорят, ну что это такое ты нарисовал? Что за коляк, что за маляк? Да, какую-то мазню, извините, изображение. Да. И что происходит в этом случае, что надо, как себя правильно вести? Да, правильно себя вести, довериться процессу. Этот процесс заложен. Он что заложен это значит? Как позволять ребенку рисовать все, что угодно? Да. Этот процесс заложен как в самом ребенке, так и заложен в обществе. Поэтому этот механизм уже заложен, он генетически заложен. Его нельзя ни быстрее, ни убыстрять, ни замедлять. Нельзя ребенку говорить, перестань рисовать каляки, нарисуй что-нибудь стоящее. Потому что в этот момент рассыпется деятельность. Вся изобразительная деятельность, как пирамидка, сложена из определенных ступеней. Пропуск одной, надо пройти, да? Да, пропуск одной может повлиять на качество другой. Поэтому вот если ребенок рисует каляки с утра до вечера в течение полугода, надо восхищаться, говорит, замечательно, здорово, великолепно, потому что наступит переход количества в качество, и будет рывок, будет прогресс, будет переход на новый уровень. Но что делать, если ребенок рисует на стенах, на полу, вообще где угодно? Вот. А что делают в этот момент родители? Почему они не купили ему альбомы? Почему такая реакция? Ну, по-разному родители могут реагировать. Некоторые могут быть рады за своего ребенка, тому, что он проявляет творческую активность. Есть, конечно, случаи, когда родители находятся в стрессе, потому что только что
что сделан ремонт, или социально считается это плохо. Но тут мера цены и качества, да, вот заинтересованность родителя в будущем ребенка или в будущем сохранности жалко ремонта. Жалко обои, да, новые, да. Или жалко будущее, перспективное и счастливое будущее собственного ребенка. Вообще надо очень осторожно относиться к критике ребенка по поводу творчества, потому что один из самых важнейших компонентов прерывания творческого процесса – это критика. Социальное одобрение – это самое основное, что должен испытать ребенок, что бы он ни делал в творческом процессе. Даже если он слепил из пластилина просто шарик, надо отдать должное – это его первый шарик. Конечно, да. Конечно. То есть надо поощрять ребенка. Обязательно. Обязательно, да? Хорошо. Вот какие стереотипы, с какими стереотипами помогает справиться вот ваша методика? Да? От чего вы детей уводите, от чего плохого и к чему хорошему вы их приводите? Базовая – это работа со стереотипами в изобразительной деятельности. Вот если, например, мы сейчас рассмотрим рисунки, я специально принесла рисунки, те, которые вот дети рисовали. Пусть вспомнит маленького принца Экзюпери, да? Как там нарисовал ребенок и что сказали по этому поводу его родители? Ну, да. Да. Автор нарисовал, прочитал книгу о том, как в дикой саванне удав проглотил слона, нарисовав по контуру данный пейзаж, родители сказали, это шляпа. Тогда он нарисовал это в разрезе. А действительно существует на этапе изобразительной деятельности такой этап, который называется рентгеновский рисунок. И дети это видят, да? Дети это видят, они прекрасно. От взрослых, да? Мы уже этот забыли этап, а для них это реальный этап. И тогда ему сказали, иди делай уроки. И, как сказал Экзюпери, на этом моя деятельность художника была закрыта. Вот что они с ним сделали, извините, Оль, давайте вот на Экзюпери немножко задержимся. Не оценили, не поддержали. И, к чему это в будущем может привести? Вы знаете, я думаю, что это серьезная психотравма на самом деле, потому что это первая несогласованность социальной оценки с твоим внутренним потенциальным чувствованием. И вот здесь в чем будет основная проблема? Мы начнем ориентироваться на социальные установки и будем искать подтверждение и одобрение. Хорошо, если мы попали в школу, где хороший учитель изобразительного искусства, или творческий человек, который покажет нам креативный образец. Но если нам попадется на пути стереотипный человек, мы будем оценивать себя и свое поведение с его точки зрения. И мы начнем копировать. Мы все ищем подтверждение и одобрение. То есть родители Экзюпери, они подтолкнули его к стереотипам каким-то, да, в жизни? Но личностный рост, да. Слава богу, не остановился. Не остановился на этом, потому что он, да, научился рисовать. Теперь о наших стереотипах. Как мы обычно рисуем вот интересный, солнце, да? Да, вот интересный момент. Солнце – это, пожалуй, самый такой базовый стереотип, потому что во всех культурах солнце рисуется примерно одинаково. Это круг, либо с точкой, либо круг с лучами. Не обязательно желтенький или красненький. Да, это не важно, но это круг, потому что это знаковый символ. И вот преодоление знакового символа… Так это стереотип тоже, это стереотип, это жесткий стереотип, это стереотип, заложенный в человечестве, во всех культурах. И вот для меня важно было посмотреть, действительно, сможем ли мы преодолеть этот стереотип, если будет пройдена методика замещающего антогенеза, где в правильной социальной среде, в поддержке человека, в одобрении, в отсутствии временных ограничений, в отсутствии жестких указаний, ребенок сможет творить. Без вот этой вот оценки социума, правильно или неправильно, мы дадим ему возможность пройти все этапы, но теперь с одобрением. И вот к чему привела последствия эта методика. Так. И после этой методики на предъявление нарисуют солнце. Это тоже солнце, это да? Те же дети рисуют тоже солнце. Да, ну сколько творчества, посмотрите, да? То есть сколько выдумки и сколько действительно личного здесь вложено в каждый рисунок. Да. Совершенно разные. Да, это удивительное изображение. Это удивительное изображение. Оказывается, солнце может быть таким. И таким. Оно действительно разное. Конечно. Да, оно действительно разное. И дети его могут увидеть. Так, ну, напоминаю, что вы нам можете позвонить в прямом эфире, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Оля, хорошо. Какие проблемы ваша методика позволяет исправить в жизни ребенка? Вот, например, начал ребенок рисовать. И что произошло в результате, чтобы наши телезрители поняли? Однозначно будет лучше учиться. Однозначно будет лучше учиться. Будет лучше учиться. Ну, при всех прочих равных там благоприятных факторов. Там, если... То есть это самое простое, что может произойти? Это самое простое, да, потому что изобразительные... Даже вот те дети, которые плохо рисуют,
они и плохо учатся. Это, да, это сопутствующие такие компоненты. Ну пусть даже они, наверное, плохо рисуют, чем никак, правда же? Они должны рисовать, они должны разрабатывать, потому что рисунок – это еще развитие мозга. Человек рисует не потому, что у него рука рисует, а потому что об этом ему говорит его мозг, как это делать. И требует выхода. Да, и требует выхода. Что еще интересно, бывают такие моменты, когда ребенок испытывает психоэмоциональное напряжение. И если мы не даем возможности рисовать ребенку, а через изобразительную деятельность он может выразить свои стрессы, причем в социально одобряемом варианте. Вот, например, мама говорит, нельзя кричать, нельзя капризничать, но что-то он как-то должен выплеснуть, и тогда он рисует. И если это какая-то боль, какое-то расстройство или какой-то негатив, он рисует черным. Родители говорят, ой, какой кошмар, зачем ты взял черную краску? А психолог, истинный психолог, скажет, молодец, рисуй, выплескивай. Да, потому что он это выпустил. Да, мы это выплеснем, мы это уберем. Себе. Да, 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 да. Замечательно. Оля, у нас есть первый звонок в студию, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы эфире. Мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, я уже видела ваше выступление по телевизору и теперь очень рада возможности проконсультироваться именно с вами. Нашему сыну 3,5 года, он очень любит рисовать, и мы с мужем, в общем, стараемся создать условия. Но наш дедушка, он бывший военный, и он постоянно критикует сына и говорит, что нарисовано все неправильно, и зайчик выглядит не так, и надо делать вот так. И как бы мы ни останавливали дедушку, в результате ребенок уже, когда видит дедушку, прячет все свои краски и карандаши. И, в общем, как бы его ни просили показать его рисунки, дедушке он не показывает. Что нам делать с дедушкой, скажите, пожалуйста, потому что это же родственники, от них тоже как-то не отмахнешься. Спасибо большое. Очень интересный вопрос, потрясающий вопрос. Первое, что могу сказать, ваш мальчик молодец. Он защищает свое творчество. Он защищается, и он это делает абсолютно правильно. Поэтому, если нет возможности дедушку переключить на другое, какой-то объект или еще что-то... Когда внук рисует. Да. То, наверное, имеет смысл поговорить с дедушкой о том, может быть, показать какие-то вещи, о том, что то, что сейчас рисует ребенок, это временно, это только этап. И давай подождем, посмотрим, когда пройдет какое-то время. Ну, научить... конечно, военного человека эмоционально, позитивно оценивать там каляки. И, потому что здесь у человека, он уже взрослый человек, очень условный человек, потому что военное дело, оно очень условное, дан приказ ему на Запад, и он пойдет туда, куда дан приказ. Поэтому перестраивать взрослого человека крайне тяжело. Наверное, можно... Да и бесполезно, наверное. Конечно, сказать, что давайте попробуем, увлечем дедушку рисованием с ребенком, да, ну, наверное, это интересный такой вопрос. Но, может быть, дедушка сам что-нибудь нарисует? Вот у меня такое впечатление вот о том, что вы сказали, что дедушка сам не компенсирован в изобразительной деятельности. Возможно, он сам бы захотел рисовать. Ну, давайте дадим ему возможность сказать, папа, ты, безусловно, прав, детский рисунок примитивен. Пройдет какое-то время, может быть, наш ребенок вырастет талантливым художником. А покажи, что можешь ты, как ты рисуешь. Я думаю, знаете, если это просто критика, то она пройдет, а если это нереализованный талант, он проявится, и ребенку, может быть, это будет образец креативного изображения, рисунка. Может быть, дедушка вообще талантливый художник, нереализованный. Ну, возможно, да. То есть ему в детстве либо некогда было рисовать, да, либо нечем. Если дедушка совершенно другое детство, другое время. Но дедушка может сказать, что фу, я такой ерундой заниматься не собираюсь. Ну, тогда что я могу сказать? Тогда ребенок делает правильно, и тогда лучше не показывать дедушке. Потому что это внутренний конфликт, это уже семейное отношение. Если человек не готов на обратную связь, то, ну, можно посоветовать с психологом по семейным отношениям. Возможно, существует какой-то внутренний конфликт в семье. Но если уже так жестко будет ставить вопрос... Мне кажется, что он существует, этот конфликт, потому что, знаете, если родители будут настраивать ребенка, что ты рисуй, пока дедушки нет, значит, ребенок все равно будет об этом знать и помнить. Да. И, то есть это уже такие условности не очень приятные, да, в доме. То есть рисуй, но...
да. с какими-то... Нет, рисуй, но никак. Угу. Креативность, творчество, рисунок, сно никак. Оно никак ни по времени, ни по пространству. Это спонтанное чувство, это спонтанная деятельность. Она может возникнуть в любой момент, и в самый даже неподходящий. Надо делать уроки, а у ребенка пришло озарение. И что? И надо давать рисовать. Рисование в данном случае будет важнее двойки, пятерки, тройки, четверки невыполненному сочинению. Ну как это объяснить родителям или учителям? Учителям это не объяснить никак, потому что есть стандарты, но это не будет всегда. Мы должны понять, что это одновременно такое совпадение, что ребенку это очень важно. Пусть ребенок нарисует, но, может быть, вы ему поможете, там, ну, там, пораньше утром он сядет, напишет. Но то прекращение этого действия нанесет больший вред личности. То есть это доказано уже научно? Безусловно. Хотя сразу, конечно, этого же не видно, да? Этого не видно. Нам мы все ориентированы на условности, мы ориентированы на оценки, мы ориентированы быть хорошими учениками. Но быть счастливыми людьми, к сожалению, мы не совсем ориентированы. Как вы правильно говорите. Вот в связи с этим я хотела поговорить о рисунке в школе, там, в детском саду. Ведь зачастую сами педагоги навязывают нам стереотипы. Да. Даже в рисунке, да? Да, да, да. Вот я вы была... свой метод внедряли в школе или в детском да. саду? Это было в школе, да, это было в школе. Причем метод, этот метод был внедрен в химкинской школе, в одной из химкинских школ, и был проведен в нескольких классах. Это был общеобразовательный класс, гуманитарный класс и класс коррекции. Так. После этой методики детки из класса коррекции перешли в гуманитарные классы. То есть результат их успешной учебы, он подтвержден, вот, пожалуйста, отметки дневники. А класс коррекции это что? Класс коррекции это дети с отставаниями, у которых проблемы в обучении, с поведением, которые хуже воспринимают материал, у них плохая память, у них плохое восприятие, которые не уверены в себе. И исследования показали, что уровень самооценки вырос после того, как дети обрели способность рисовать то, что они посчитали нужным, и в тех объемах, и в тех формах, которые они для себя определили сами, когда вот эти зажатости, вот эти стереотипы были сняты. Но здесь, наверное, очень велика роль и педагога. Вот, безусловно. Вот эти-то уроки экспериментальные проводили, наверное, вы, да, или ваши коллеги. Да, проводила. То есть тогда нужно встает вопрос об обучении учителей рисования, да? Да, и эта методика прописана, рисунки? Она прописана досконально. И в данный момент будет издано, написано уже тренинг для детей и тренинг для взрослых, оно скоро выйдет. Замечательно. Оль, а то есть как, вот как родители-то могут, не знаю, обучиться этой вашей методике? Могут ли сами родители, да. так проще спросим, могут ли сами родители научить заниматься со своими детьми? Вот, может быть, даже и не зная вашего метода, вот что самое простое можно посоветовать родителям? Самое простое дать возможность рисовать, то есть чтобы были карандаши и краски, чтобы, ну, соответственно, бумага и бумага разного формата. Мы привыкли рисовать на А4 или там на блокнотиках, или как. Бумага должна быть разная. Она должна быть круглого формата, квадратного, необычного. Чем более нестереотипные варианты, причем мы можем заметить, что дети любят и тянутся рисовать к необычным форматам, потому что там больше творчества. Что еще очень важно? Одобрять ребенка, как я говорила, поощрять его, восхищаться его несовершенными формами изображения и ни в коем случае не показывать, как надо рисовать. Не передавать свой стереотип, потому что мы его уже имеем. Если мы будем говорить, ты неправильно рисуешь, зайчик рисуется так. И вот говорят так. Сейчас. Да, это так будет штампованный зайчик. Я была в детском саду и посмотрела, ну, такой обычный, простой, неэкспериментальный детский сад. Так, как традиционно учат детей рисовать. Воспитатель рисует на доске березку. Это морковка с полосками вверх ногами. И говорит, рисуем, дети. Дети внимательно скопируют. Но это же не урок изобразительной деятельности. Это урок копирования. Это, другой вид деятельности. Потом рисунки сравниваются. Вот чего, ну, категорически нельзя. Сравнивать потому нельзя. Что для творческой личности... Оценки, Оль, можно ставить? Никогда. Ни при каких условиях. Какие отметки могут быть по пению изобразительной деятельности? Запретить, точно запретить. Если мы хотим творческих людей, запретить. И потом, когда это все сравнивается,
лучший рисунок тот, который похож на... Победил. Да. Победил тот, который абсолютно похож... На рисунок учителя на доске. Да, и это беда. Вот это беда. Ну, к чему вот это приводит? Вот, к стереотипности. Мы все становимся зажатыми, мы все становимся под копирку. Более того, мы боимся экспериментировать в своей жизни. Угу. Мы не готовы что-либо изменять в своей жизни в лучшую сторону. Мы не имеем новых способов реагирования, поведения. Мы привыкли жить в стандартах и оценивать себя, свое поведение с точки зрения того, как это оценивают другие люди. А во взрослой жизни точно так же? Вот это вот и есть, да, все во взрослой жизни. Да. 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 Да, то есть очень много, конечно, таких нехороших, в общем-то, проблем. И все это изобразительная деятельность. И все изобразительная деятельность, боже мой. Я никогда не догадывалась о том, что все вот это таится и заключается только лишь вот в рисунке. Хотя сама с детства любила рисовать. И тоже была отстранена родителями от этого. За что же? Я рисовала на стенах. Ой. На стенах. Вы были, да. Вы была были поймана, наказана. Живописью занимались. Да, но получилось так, что во взрослой уже жизни... То есть мне иногда очень хотелось рисовать, и так случилось, что мне, я принимала участие, мы даже программу на эту тему снимали, да, по арт-психологии. Мы рисовали там за 3-4 часа картину совершенно готовую. И вот тут, конечно, было выпущено это все наболевшее. Вот смотрите, как и было интересно. Совершенно замечательно. Потенциал есть. Угу. Вот если даны правильные условия, правильный посыл, угу, то каждый то может стать художником. Прорвется. Вы знаете, вот... Страшно сказать, но, наверное, каждый. Наверное, да, каждый. Да. Потому что этот потенциал заложен исторически. Вот как мы начинали, говорили, онтогенез и филогенез, изобразительная деятельность. Это в нас есть. Вопрос только, в какие условия мы попали с этим потенциалом. Да. Ну, возможно, не все станут, будут Леонардо да Винчи. А там, может быть, это не их жизненный Рафаэлем, план. Да, может там, быть, их жизненный да. план танцевать, например. Да. Или заниматься языками. Ну вот переходим, все-таки о взрослых хотелось поговорить, да, потому что нас кроме, все-таки смотрят и взрослые люди. И насколько возможно взрослому человеку вот, при помощи вашего метода или вообще рисования, даже простого, что-то скорректировать в себе, какие-то проблемы? Возможно ли возможно, это? Возможно. Mm-hmm. Этот, для взрослых эта методика хороша тем, что идет преодоление собственных стереотипов как зажатости, как невозможности принимать решения, экспериментировать в новых вариантах. И если это пройдено на безопасном виде деятельности, мозг это перенесет на все другие сферы. Ага. Поэтому вот есть отзывы, например, директоров фирм, которые сначала восприняли как-то не очень, говорят, ну, каляки, мы солидные люди. Такие детские какие-то вещи, да, да, но потом отзывы, они говорят, что решения, которые конструктивные принимались, вот даже в коллективе мозговой штурм, он совершенно имел другую насыщенность и направленность. Фирма начинала продвигаться в своем развитии, потому что идеи становились более интересными. Я даже знаю, почему. Потому что все позволили себе вернуться в детство и позволили взглянуть на жизнь с другой стороны совершенно. Знаете, не как взрослый человек, вот, чтобы все было правильно, а вот так спонтанно и интуитивно, как это бывает у детей. И мы с вами знаем, что и все знают, что как бы устами младенца глаголит истина, и детское вот это непосредственное восприятие мира, оно сам является самым правильным. У нас звонок в студию, давайте ответим конечно. На него. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Моего внуку 7,5 лет. Так. Он любит рисовать простым карандашом. Хорошо. Но меня беспокоит, что вот он рисует каких-то биониклов. Угу. Ну вот что такое страшное из этих вот мультфильмов импортных. Я очень беспокоюсь за него. Спасибо. То есть вопрос такой, что бы значило? Вот, как бы о содержании рисунка мы сегодня поговорили, но не очень. Давайте вот об этом сейчас. Да. Как мы уже говорили, что дети отображают то, что они видят. Угу. Либо в данном случае ребенок много видел этих биоников слишком и так много, далее, да? Слишком много. Это компьютерные игры со всякими такими чудесами. Это мультфильмы, которые не есть всегда хорошо. Наши отечественные мультфильмы советского времени гораздо более милые, приятные. Да? Более добрые. Более да? добрые. Серый цвет, карандаш. Да, безусловно, потому что это бионики, они не раскрашены в цвета, они металлические. Это понятно, он выбирает. То, что беспокоит, это да, это действительно так. Я думаю, что имеет смысл пообщаться с психологом, потому что такое застревание на таких образах может быть и внутреннее ощущение ребенка, потому что есть такой этап, когда ребенок фантазирует, и у него есть вымышленные герои внутри него, в его мире. И ребенок, например, особенно если он творческий, он может, например, в детский сад, идет в школу, и он может даже представлять, что он идет не один. Но это, безусловно, не из области шизофрении, а это из области дезинфекции.
детских фантазий. Так вот, почему же мир вот этого мальчика наполнен вот такими схематизмами? Почему есть уход от живого в более схематичное? Ой, ну, у многих мальчиков, они рисуют танки, вот такой период в жизни, когда мальчики рисуют сфера танки, интересов, пушки, которые навязывают... да, девочки рисуют куколок, я не знаю, там, Бионик, Барби. Вот эти вот пушки, самолеты, вертолеты, это все мальчишеские игры, это все да. Все да, потому что, опять же, в истории развития действительно так, что есть игры, в которые играют мальчики, есть игры, в которые играют девочки. Да. И даже есть больше. Есть этап, что девочки никогда не пустят в игру в свою, а мальчики никогда в свою. Чтобы быть санитаркой в мальчишеской войнушке, это надо заслужить очень сильное доверие, на самом деле. Так. Но вот меня вот насторожил именно Бионик. Угу. Конечно, не надо сразу драматизировать события, но если это все время, если это так вязко, если это постоянно, я думаю, что, наверное, имеет смысл обратиться к психологу, выяснить истинные причины. Если это временные фантазии, ну и бог с ним. Если это... Вот женщина не сказала, как долго он рисует. Да, если это какое-то застревание на этом образе, то это уход от живого мира, значит, может быть, какие-то психологические моменты. Почему ребенок не готов общаться с живым миром? Почему он не видит живой мир? Почему он сконцентрирован на бездушном мире? А если этот бионик еще агрессивен, то, возможно, это выплеск какой-то агрессии. То есть он проигрывает. Ребенок точно что-то проигрывает. Он хочет нам сказать. Что-то перевести этим рисунком, это да? может психолог, но уже в более детальном обследовании. А если сесть рядом с этим ребенком и попробовать нарисовать там, не знаю, на фоне этого бионика солнышко оранжевое? Слушайте, вы прям потенциальный психотерапевт, арт-терапевт, да, потому что действительно существуют такие методы. Когда ребенку предлагают сказать, то есть ребенок рисует этого страшного бионика, там такого, и мы спрашиваем, а что, вот какое у него настроение, а что у него, и он говорит, у него плохое настроение, он никого не любит, он готов всех убивать, ему вся там жизнь не мила, и вообще он злой, и так далее. А может ли его что-то сделать добрым? Ребенок задумывается доброго и говорит, бионика, да, нарисовать? Мы его не изменяем, мы его не перерисовываем в доброго. А мы говорим, а может ли его что-то сделать добрым? Он говорит, ну да, может. А что? Ну, например, и дальше ребенок добавляет в окружение этого бионика нечто. Это может быть, таким образом, это да. может быть, предположим, волшебный куст, как и там дерево какое-нибудь волшебное, или какой-нибудь волшебный конь, который придет его очарует. То есть надо внести сказку, в которой будет нечто такое, что перевоспитает или перекодирует, или волшебством, там, волшебная палочка, что угодно, и это получится. Прекрасно, Оль. Да. Просто у нас несколько минут осталось до окончания программы, и мы должны подвести итог. То есть мне все понятно, что даже вот злые рисунки, они бывают проходящие. Нужно просто обратить внимание, как долго ваш ребенок рисует что-то вот злое или хорошее. Это может быть ситуативно. Да, это может быть нормальным, проходящим, а если это долго, застревание, то тогда обращение к психологу, или можно самим немножко попытаться как-то сделать эти рисунки подобрее. Спасибо вам огромное, Оля. В заключение, как бы вот ваш такой короткий совет, что вы могли посоветовать нашим родителям и взрослым людям по поводу рисунка? Я думаю, что попробуйте порисовать так, как бы вы порисовали в детстве. Отложите все карандаши, отложите все кисточки, измажьте свои руки и нанесите на лист бумаги то, что вам покажется очень приятным, необычным. Выплесните свои эмоции. А потом ощутите, что внутри вас изменилось. Бывайте иногда детьми, играйте, рисуйте. Хватит быть взрослыми, это слишком большая нагрузка на психику. И в этом может помочь рисунок, да? То есть безусловно. Рисунок это не так просто, не так легкомысленно. Но это доступно. Как казалось бы, да, это очень серьезно, это здорово, это увлекательно, это доступно. И действительно при помощи него можно изменить свою жизнь к лучшему. Да, Танечка. Да? Спасибо огромное, Оль. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Ну что, рисуйте, рисуйте сами, рисуйте вместе со своими детьми для того, чтобы узнать их лучше. И тогда и ваша жизнь, и жизнь ваших детей станет более счастливой, как это ни странно звучит, и всего лишь при помощи рисунка, любого рисунка. А еще помните о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. Напоминаю вам, что теперь по субботам мы в прямом эфире. Звоните нам. Спасибо за сегодняшние звонки. До свидания. До встречи через неделю. И будьте счастливы.